какие-то оружия есть вообще? Есть огнестрел в этой игре? Огнестрел? Ну, лук здесь есть. Чё так не понимаю слово огнестрел? Лук здесь есть, говорю. Его, по-моему, и нету в игре, на самом деле. Здесь есть ракетница, я помню, которая сигнальная. Которая флэр, флэрган, типа, да. Это да, это есть. Огнестрел? Ну, есть лук. Спектр выживания, сука. А, из дерева иногда три падают? Я даже не знаю. Там иногда до хера падает. Там типа в зависимости от длины дерева. А, да, толщины, да. Тупица. Высоты, хотел я сказать. Толщины. Широты. Времени. Долготы. Градусов, минут, секунд. Здорово. Цвета дерева. Бля! Опять ебнулся. Во, вот так, все нормально. Вы, я знаете, чуть. Первые стены там вот такого водопада, что-то не падает. Нет, там, чувак, в чем суть-то была? У нас есть дверь, и к ней типа замок прилагается. И замок был с внешней стороны. Типа запираться можно только снаружи, блять. Доверие, блядь. Закройте нас, пожалуйста. Пошли вот этого херачить, этот более тупой. Разделывай его вот так вот. А, он еще жив, блядь. Ай, сука! Больно, блядь! Берсерк! Добивай его, блядь! Добивай, добивай! Да бей, 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 бей! А, забей, ладно. Пошел уже в хижину его. У нас тут некрофил, блядь. Подождите, ребят. Я был одинок 2 месяца. Он предлагает второй уровень сделать. Какой второй? Ты первый сначала сделаешь, чтобы замок был в нашу сторону. Там проблема небольшая. Я вижу проблему, я вижу даже ник этой проблемы. 3 set. Это большое дерево. Ты этого не видел, Диман? Че, ты уебал, что ли? Там дерево сломало стену. Че запрыгивается, не знаю. Ты по этому пологу, блядь, конечно, нахуй. Нет, я по тебе запрыгнул, придурок. Нет, ты пологу на мне запрыгнул, а так ты, конечно, не запрыгивается. Алло, что? Бля, у нас... Некоторые... Вы сдохли оба, да? Нет, тут слышится СМЛГ! Егор, закрывай эту дверь нахуй навсегда, все, она больше не нужна. Там, смотри. Опа, да! Гудини, алло. А, вижу, да, всё, ребят. Там, новая дверь, блядь. Где, чё там? Там, короче, смотри. Я могу сквозь стену проходить. Смотри, блядь. Опа! Классно еще, когда ты под деревом ставишь костер, под которым сидишь. Они просто подходят, все такие, готовая еда, готовая еда. Кажется, физик так не работает. Мне кажется, им бы это повезение, они бы все уже исправили. Не кажется, тебе, может, что-то странное с забором происходит, нет? А чё мне фиолетовый? У него просто... Это как его называется-то? Ебал в роту с гравитациус, по-моему. Там что-то такое, да, такой спел. Пипец, она, кстати, много можно бревен на ней таскать. 7 или 9 бревен. Так. А, там, правда, один дебил это хворует. Я делаю вот так вот и закажу. Чё? Нет, Дим, там бесконечные брёвна просто. Это был не я. На минимум 12 скачу. Что я сделал? Сука! Это был не я. Где? Твою мать! Он, верни на базу. Что-то я не вижу. Бля! Сука! Так, можно мне раба, который тележку будет? Аля, я тут уже деревья наломал, тебе просто нужно загрузить. Ну нет. Нихуя, черт, спидорасил. У меня только что тележка отдохла. Что, сука? Его черт пидорасил. Я там сидишь какой-то суплекс сделал, я вообще не понимаю.
Чем вы там занимаетесь, Диман? Да. Рубите нам деревья. Такое дерево жирное прям вообще. А то есть типа ты работать не хочешь? Я работаю уже. Вот с Никиты. Там где-то там, короче, есть огроменная, короче, дуб. Прям, а, знаешь, Егор, вот спасибо, нахуй, на миллион дерева. Я ничего не сделал. Егор, спасибо, Егор. Это был Никита вообще-то, не я. Ну, ребят, тут миллион дерева есть. А че его нельзя? Слышишь, тут, короче, есть дерево на миллион дерева, а он бьет. Тимур, это был меня, кого? Егор, сколько можно? Вы пидоры. А дальше что самое веселое? Блядь, да нихуя же не видно, блин, ты просто кинул в меня дерево. Дерево падает начало. Знаете, что самое веселое? Никита уронил дерево, да, и он сломал мое дерево, которое я начал рубить. Егор, спасибо. Удобно, слушай так. Поехали, раб. Ну, Никита нас, да, особый тут случай. Любит поджигаться. Это видишь? Хорош. Че там? Сейчас я нахуй. А, ты здесь? Я думал, ты улетел. Я был там. Происходит. Я там был, тебе не показалось, блядь. Какой-то, я не знаю, это какое-то деревянное порево, что ли, начинается, я не знаю, что. Я сейчас умру, да? А, нет. Так. Опа, так. Так. Алло. Нихера. Ну, в принципе, тоже неплохо. Сейчас, тебе главное за это взяться и умереть. Нормально. По-моему, второй плохо стал, чувак. Как вам вот такая хуйта? Подожди, сейчас. Я не уверен, второй, по-моему, плохо стал. Ой, хорошо. Браво, ебан, как тебя оттуда ее достать? Он выехать еще может. Типа... Ты можешь назад. А, да-да-да, вот тут белое вообще. Я знаю, там конечная станция. В другую сторону, там станция, на меня едет. Бра! Во! Фокус я показал, который хотел. Че ломается? Да я дверь открываю, закрываю, только она не работает. В смысле? Дверь не работает. Дверь разбили. Ты сломал дверь? Да ты ж недостроенный еще. О. О мой фоне. Нет, здесь просто приседать надо. А, извини, не догадался. Бля! Табличку повесить. Извините, не догадался. Ребят, я запер наш дом. Молодец. Там сбоку можно обойти, я верю. Ты веришь, да? Физика не верит, к сожалению, в свои утверждения. Камон, Никита. Какой Никита молодец. Оставили его одного, он все сломал, да? В смысле, как ты запер наш дом и выбежал из него? Я типа на забор запрыгнул. Пошел за кроликом, кролика погибал. Иду обратно, а там запер везде. Бля, не вижу, куда идти. Таня, открой. Везде заперто, ребята. Дядя, нам куда, блядь? Ща, я придумал. A few moments later. Я сделаю просто это бревно туда кинь. Ща. Все нормально. Алло, ты достал это, ты говоришь вообще чат. Рад, что достал. Ребят, как ваши дела? Были хорошо. Дела нормально. Все. Отлично. Тебя вырубили, все. Я понял, экспириенс. 2 hours later. А тут где-то еда была. Да, там была где-то реально. Еда в плане ходячая или в плане уже... Нет, в плане уже мертвая, главное просто пожарить. А, ты нет, знаешь? Там были снеки где-то, чемодан полный. H2O, просто добавь воды. Да.
Вот тут знаки были, я помню. Фак, фак, нет, нет, не в другую сторону падает. Ого, да. Вот они. О, опа, опа. Я нашел вход в наш дом. Ты сломал все? И забор. Есть? О, здесь медикаменты. Бро! Там одна страна просто не стала. Там прям... Ровненько, параллелика пробупал и прям туда. Камон. One eternity later. Так, дверь была где-то здесь, наверное. Блять! Конечно, не уверен, но она вроде здесь вот. Сейчас приходим там, блядь, все в дырку и не залатываем. Подобрать бревна, просто бревна, количество бревен все время увеличивается. Я просто, я не вижу, короче, я просто руками, кажется, ползу, но за что цепляюсь, я не вижу. А вот, тихо, я чуть-чуть вижу, потому что там кто-то сзади с этим, с огоньком идет. А, это на выход, кстати. Так, створил некоторое дерьмо. Вот уже у нас и проход есть. Мы поднимаемся, да, наверх? Ну, да. Да. Так, это отмить лучше. Отлить? Я в Егоре ползу, все нормально. Ты мне гана лампочкой подсвечивай, куда ползти. Там Егор подсвечивает, и я тоже. Ребят, что-то математика не сходится как-то в этой ситуации. Что? Немножко неправильно. А чё мы, кстати, выше Никиты? Потому что мы на горе явно какой-то будем. Сейчас выходим, и там зима ебаная. Нам домой пока не ходите, ладно, там не надо, там ничего сказать. Пошли пиздить этого тварь. А ты можешь как-то отметить, чтобы мы знали, куда идти? Хз. М может какой-нибудь. Тап. Не, не тап. Как это произошло? Я иду смотреть, что с нашим домом. Нет, уходи. Срочно. Я сейчас бегу отсюда. Что происходит? Я не знаю. Я хотел как лучше. 25 уже. Ну. Хотел как лучше, хорошо. 30, блядь, я хотел как лучше. Алло. Геометрия не совпадает, ребят. Я не знаю, что делать.